на моем канале Анжелина Сия. Сегодня у меня в гостях моя подруга Арина. Всем привет, меня зовут Арина, и мы будем снимать Instagram Challenge плюс правда или действие челлендж. Правила челленджа таковы. Мы включаем наш Instagram на наших страничках, и каждый из нас по очереди на цуефа, кто победил, тот первый говорит. Допустим, Арина победила, и она говорит, допустим, найди фотографию с отражением в зеркале. И кто из нас ее быстрее найдет, тот и победил. А кто проиграл, тому мы даем правду или действие. Ну что? Поехали! Инстаграм, и сейчас мы скинемся на цуефа. Цуе, ножницы, цуе. Цуе, ножницы, цуе. Кто победил? Я. Итак, мы должны найти фотографию с моря. Все? Что так быстро? Все. Она проиграла. Итак, и теперь из-за того, что я проиграла, один должна мне придумать какое-то действие. Ангелина будет бегать по кухне и кричать кукарику. И делать кукарику, кукарику. Может, погромче? Ну что, теперь очередь Арины. Мы ищем фотку с открытыми частями тела. Что? В каком смысле? Я нашла. Вот, видео. Я первая. Я была первая. Я была первая. Снова? Я придумала Ангелине действие. Она берет фотку симпатичного мальчика и пиарит его. Да, и пиарит его. Давай. Все подписывайтесь на Инстаграм этого красавчика Григори Камп. Всех он вас ждет. Итак, мы должны найти фотографию с надписью. С чем? Я нашла. Я тоже. Я первая. Нет, одновременно. Нет, я первая. Это видео посвящается Арине. До скорой встречи. До скорой встречи. Я решила. Мы выходим в финал. Одно задание задаю я, одно Ангелина. И мы ищем фотографию в Инстаграме с предметом, который начинается на букву З. Я нашла. Зелень. Итак, теперь я наконец-то задаю действие Арине. Итак, она будет жестокой, я отомщу ей за все. Итак, Арина должна взять вот этот вот Таисин ремень, вот так его сложить и сказать, я злой папочка, и вот так и сделать. Я злой папа. Меня же. Ай. Не убила. Итак. Мы должны найти фотографию с личиком из Snapchat, ну или другого любого личика. О, я нашла. Ну да, кстати, я таким не пользуюсь, извините. Это было не задумано. Да, конечно, только что. Ну вот наш челлендж подошел к концу, в этом раз победила Арина, ну ничего, в следующий раз кем-нибудь выиграю я. Всем пока, с вами была Ангелина, вы были на канале Анжелина Си, с вами была Арина, пока-пока! В этой... Итак, наше видео подходит к концу, всем пока, меня зовут Ангелина. Всем пока, меня зовут Ангелина, логика!